Главный тренер баскетбольного клуба «Днепр» Дмитрий Журавлев, защитник Исуф Санон. Исуф, во-первых, с возвращением. Как оно играть впервые за 3 месяца? Спасибо. Первые 2 минуты было непривычно. Отсутствие 3 месяца все равно сказалось на мне, чуть немножко на дыхалке, на моем ментальном состоянии. Но сегодня вышел, собрался, показал, как мне кажется, на 8 минут я мог бы лучше, но средняя игра. Хотелось бы поблагодарить зал, который, как всегда, был на высоте. Хотелось бы поблагодарить команду, которая дала мне уверенность. Особенно Диму Глебова, который дал мне 2 передачи, и Толя. Это дало мне большую уверенность в себе. Я забил свои броски. И просто мы выиграли игру, собрались. Всем спасибо. Ты показал, что вынужденно ушел с площадки. Это была не совсем запланированная замена. Что случилось? Перегрузил немножко себя. Первая игра за... Ровно сегодня, как 3 месяца с момента травмы, ровно сегодня такое роковое число, как так сказать, решил не форсировать. Впереди еще длинный сезон, важные игры. Спасибо. Денис Павлович, пожалуйста. К нападению, я думаю, особых вопросов нет. И цифры замечательные, и смотрелось это все довольно-таки неплохо. Но по защите 95. Сегодня такая была, и немножко я и боялся в начале игры, что недонастроимся. 2 прекрасные игры провели дома до этой, и сегодня было видно, что расслабление приходит к нам. Хорошо, что сегодня у нас впереди важные матчи, на которые нам нужна будет именно защита, потому что таких вольностей в кубке команды с этими не могут позволить. Открытая, красивая игра для зрителя, но мы хотели лучше, было расслабление, такие и глупые очки пропускали, легкие очки, где надо было помогать, не помогали, где не надо было наоборот. Но такое у нас с командой иногда случается. Думаю, что за неделю у нас есть время это все исправить. Спасибо.